прошлом году телеведущая Ольга Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым. Недавно она решила рассказать журналистам, как она живет сейчас. Ольга Бузова призналась, что очень рада, что развод с Дмитрием Тарасовым ее не сломал и не озлобил. Телеведущая не отрицает, что проявила слабость в трагичный для себя момент, но потом все-таки взяла себя в руки. Ольга Бузова счастлива, что смогла сохранить рассудок. Ставьте лайки и дизлайки. Делитесь видео с вашими друзьями, пишите ваши комментарии и подписывайтесь на наш канал. Будьте в курсе последних новостей.